Поэтому нам сегодня не надо гнаться за высотностью, это пагубно. Тем более, что в 2010 году Ассоциация архитектурного сообщества при ООН приняла резолюцию о запрещении высотного строительства жилищного в городах. Во-первых, это эксплуатация страшно дорогая. Каждый этаж примерно добавляет 10% к обслуживанию, то есть к коммунальным делам. Вот. Поэтому мы должны резко сейчас снизить свои аппетиты против таких высоких монументов. Тем не менее, Новокузнецк, по сути, первенец, наверное, в Кузбассе, да, вот эта вот свечка 25-этажная, вот она же появилась. Это остаточное явление, которое мы, к сожалению, будем в ближайшие вот 5-10 лет преодолевать, потому что Новокузнецк полумиллионный, тем более с падающей промышленностью, вряд ли будет востребованы в этих высотках какие-то офисы или жилье. Поэтому этот американский опыт абсолютно неприемлем для Сибири.